Всем салют, с вами Коликсом, и мы также проходим «Одиночество в тумане», хотя, знаете, несколько есть версий, как называется эта игра, «Внешние пределы», «Одиночество в тумане», и еще какой-то вариант, что ли, не помню, «За гранью», «Семь», «Одиночество в тумане», но мы будем просто придерживаться слов «Одиночество в тумане». Продолжаем проходить нашу зловещую игру. Так что, мы остановились здесь. Нужен отпечаток пальца нашего папы. Так, вспомнить о подарке в день рождения. Так, у нас исследование здесь должно быть, здесь и здесь. Заблокировано, пока что не видно. Давайте назад. Честно, я не знаю, куда применить. Давайте совета попросим. Опачка. Конфетки. Ну, я ж пыталась вставить. Попробуй что-нибудь другое. А что? Мне мои руки еще пригодятся. Я не понимаю, зачем мне к леденцам или что тут я могу сделать. Руки пригодятся. У нас в наличии только... Может быть, сфоткать? Действительно, нам нужно было сфоткать палец. А теперь... Попробую что-нибудь другое. А что я смогу сделать с этим пальчиком? Непонятно. Совет да помощь. Скорее всего, что-то здесь нет. Может быть. И теперь что нужно состругать пальчик? Если бы я видела, как он на самом деле. Похож на этот палец, да? Да, действительно, что мы получаем? Мы получаем лезвие. Так, это информация о той самой девочке, которая нам снится. Так, лезвие. Теперь нужно догонять. Куда лезвие? Честно, мы вчера проходили, и я вот немного запуталась. Может быть, лестница, хотя смысл мне лезвие, орала, монета, батарейки, фотоаппарат. Вот, все точно, наверное, сюда. Так, это у нас леска, сачок. Все? Леска-сачок. Может быть, с очком мы сможем... Да, действительно, это, кстати, ручка от шкафчика. Полицейский участок. Вот. Обмотанный предмет. Мы получили ленту и кнопка
И монета. Монету мы можем пойти пихнуть в мамином кафе и получить конфетку. Но не знаю, для чего нам нужна конфетка. Голубая кнопка, конфетка, изолента, леска, куча всяких предметов. Смотрите, здесь больше ничего не нужно, кроме стрелы. На стоянке, может быть. В тумане не пройти. Кнопка. Попробуй что-нибудь другое. Тоже нет. Монета. Ну, не хочешь, как хочешь. Девочка эта стрёмная. Это бак с ключами. Может быть, попробовать леской дотянуться? Лентой? Кнопка, куда нам кнопку? И вот кнопка. October 15th. According to witnesses, Margaret Lee went missing after a quarrel with Ali Rice, one of the students at the orphanage. Rice refuses to talk about the incident. Surveillance cameras have been set up in the orphanage to monitor for suspicious activity. И что это, пульт? В пульт нужно вставить те самые батарейки. И теперь куда я эти батарейки? Так, камера наблюдения, и я ничего не вижу. Надо включать. Боюсь, честно, что-нибудь. Информация, давайте. Найти отличия и различия. Вот первое. Потом семейный горит. Машина. Открыто. Давайте вот на этом будем нажимать. Голуби. Туман. Вообще туман. И здесь, и здесь. А, дверка. Багажник. Ящик. Еще четыре. Вот, смотрите, это шкала. А на моем уже закончились. Хотя вот тут открытая дверь. Почему здесь как-то более насыщеннее, а там более так вот туман нельзя взять. Дорога. Лужа. Еще один. Ну вот этот весь туман на самом деле. Иний. Нет, нет, нет. Мне кажется, я уже все выбрала. Что? Что не хватает? Вот что? Вот то, что вот эта размытость, эта серость. Еще вот эти звуки, как будто кто-то ходит, меня прям напрягают. Розы нет, вот одна.
Я понимаю, что тыканье ничего не поможет. Подождите, что там было? И тут еще? Ладно, подарок. Решетка. Чемоданчики. Но это неправильно. Так, жалюзи. Так, смотрите, еще сколько. Раз, два, три. Ой-ой-ой. Вот тут вот. На стуле что-то не хватает. На столе, по-моему. Не? Да, действительно, на столе. Лампы. И два, и я их буду сейчас дольше искать. Вот один здесь. И вот последний давайте искать вместе. Все, друзья, я нашла эту кружку, вот она. What is going on there? Oh, it's mom and dad. I better get to the orphanage. Carol? Мне не нравится, что она назвала меня моим именем. Родители в приюте, и я иду туда, хотя и боюсь девочки из моего кошмара. Я тоже боюсь ее. Меня от нее просто в дрожь берет. Мурашки бегут. Так, ключ. Вспомнить ключ. Вниз, точно. Прекратите так делать. Не знаю почему, но вот когда я играю в эту игру, у меня реально мурашки. Так, что здесь у нас? Плоскогубцы. Канистра. Руками ни-ни. А что еще? Руками ни-ни. Пойдемте добудем топливо. Зальем бачок. Ну а теперь нужны ключи. Может быть, я могу плоскогубцами перерезать. Изолента. Наорать. Так, действительно, куда мне? Рабочий стол, папы. Поиск предметов не открылся. Так, это адрес, да? Ну, это мы видели.
Ладно, советник, помоги мне. Слушайте, а может быть каким-то цветом должно подсвечивать? Вот красный. Хотя вряд ли. Все, до меня дошло. Но теперь-то для чего мне стрела? Нужно что-то липкое, изолента. Фу-фу-фу. А теперь изолента? Попробуем что-нибудь другое. И теперь с этим крючком стрела с липучкой поможет нам достать ключик. Заправим сначала. Повезло. Я хоть тот-то вытащила, а то это был, может быть, единственный ключ от мотоцикла. В общем, здесь очень жутковато. Сюда-то мы можем вернуться, по идее? Да, можем. Так, давайте осмотримся. Мисс, пожалуйста, help me down. Так, а как я тебе помогу? Хрена ты туда забрался? Здоровая детина. Цветочки. Давайте прогоним ворон. Ну а теперь ты будешь спускаться? Я помню, кстати, знаете что? У нас еще лестница была. Но лестницу, как я, кусачками, плоскогубцами сработает, может быть? Нет, не сработало. Ладно, тогда мы еще вернемся. Где ручка? Вот теперь секатор есть у нас, и теперь мы можем взять лестницу и помочь пареньку слезть. Пацан, чё ты без нас сделал? Thanks for helping me down, miss. Something spooked me, so I climbed up the tree. But I'm afraid of heights. Как тебя зовут? What's your name? Simon. And I'm Carol. Что здесь произошло? Расскажи. What happened? Allie, the new girl, she's the one who gathered all the adults in the big hall. I don't know how she did it. Do you really want to go there? Да, я должна туда идти. Только так я смогу понять, что произошло. It's the only way to find out what's happening here. Okay. And here. You might need this. Так, что это такое? Горн? Горн? Так, ну... В кустах что-то есть, секатор. Еще одна фигурка, крылья.
Так, а горн, он для чего нам? Горн, монета. Здесь ручка нужна. Нет. Тоже нет. А, вот он, тот самый горн. Закрыты двери. А. Крыло-то еще. Информация. Надо перемещать фигуру, чтобы совпадало с левым. Вроде похоже, да? А вроде бы и нет. А вот сейчас мне кажется, что я слишком задрала его. Вот, теперь так верно. Так, а крыло-то что не так? Ноги. Боже, пропели они такую сумасшедшую песенку, и опять снова мурашки. Да-да, я знаю, я говорю много слишком слов, такие как мурашки. Ну а что мне поделать? Блин, твою мать! Прекращайте это делать. В общем... Я хочу начать потом следующую главу вот как раз с этого места. В общем, давайте цветочек выберем только. И здесь остановимся. Ну а с вами была Коликсом. До новых встреч. Пока-пока!